Мир вам! В ефірі «Бесіди про вічне» я вітаю усіх наших глядачів. На початку поговоримо про Словенію, де відбулася 8-ма зустріч міжправославної мережі центрів з вивчення новітніх релігій та деструктивних рухів. Цьогоріч форум був присвячений темі культи, неоязичництво, секуляризація, небезпека розпаду християнського православного етосу. Участь у зустрічі взяла і українська делегація на чолі з єпископом Обухівським Іоною. Під час форуму учасники виступили зі спеціальною заявою щодо ситуації в Україні. Ми занепокоєні переслідуваннями, яких нині зазнає канонічна Українська Православна Церква, йдеться у тексті заяви. Вважаємо неприйнятним і неприпустимим поширення в ЗМІ України провокаційних сюжетів щодо Української Православної Церкви, спрямованих на дискримінацію за релігійною ознакою, наслідком чого найчастіше стають випадки насильства по відношенню до кліриків і мирян Української Православної Церкви, а також акти вандалізму проти святинь. Таким чином, ще більше посилюється напруга в українському суспільстві. Учасники конференції рішуче засудили захоплення православних храмів, яке здійснюється прихильниками Розкольницького угруповання «Київський патріархат», а також висловили підтримку блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію та всім вірним чадам Української православної церкви. Також окремо було наголошено, що православні церкви всього світу моляться про припинення братовбивчої війни на Донбасі. Молитви про мир за кожним богослужінням підносять і у Кривому Розі. Причому віднині ці молитви лунатимуть іще в одному храмі нашого міста. 20 вересня перша божественна літургія була відслужена у храмі Антонія та Феодосія Печерських, який зводиться на мікрорайоні Південного гірничо-збагачувального комбінату. Святі Антоній та Феодосій стали не просто зачинателями чернецтва на Русі. Вони першими обрали надзвичайний подвиг для північних широт – життя та молитву у підземних печерах. Важка робота глибоко у земних надрах стала буденним життям для багатьох криворіжців. Тож не дивно, що за покровителів вони обрали найперших печерокопателів Русі. Храм на їхню честь заснували на житломасиві Південного гірничо-збагачувального комбінату ще на початку жовтня 2013 року. За цей час парафія зміцніла і віряни встигли звести тимчасове приміщення для молитви. 20 вересня владика Єфрем разом із криворізькими священиками відправили тут перше богослужіння, за яким настоятель храму отець Роман був возведений у сан протоієрея. Сьогодні зажглась ще одна церковная лампада в нашем городе. И не случайно это событие произошло, но именно Господь нашел тех людей, которые украшены талантами. Каждый по-своему. Один своими руками складывал камни, другой думал, как украсить этот храм, третий, как наполнить его, четвертый от щедрости своего сердца благословлял все это дело к успеху. И этими талантами все мы с вами сегодня послужили Богу и Творцу. И в этом Доме Божьем мы будем благодарить нашего Творца и просить Его: «Господи, открой и нам наши таланты, чтобы и нам послужить Тебе, послужить нашей душе бессмертной, потому что все, что мы делаем на земле, ради нее, ради ее вечной жизни и бытия, и ради наших ближних, которых Господь заповедал нам любить, как самих себя». Перша літургія стала не єдиною подією, з якою 20 вересня назавжди увійшло до історії храму. В цей день митрополит Криворізький та Нікопольський Єфрем звершив ще й чин освячення на купольного Христа, який під молитви парафіян і гостей було піднято на Маківку. Делая благое дело, созидая дом Божий, созидая його для людей, для дітей, для воскресної школи. Каждый имеет эту уникальную возможность. Счастлив тот человек, который может прийти помолиться в красочный храм, в собор, монастырь. Но более счастлив человек духовно, который может сам соприкоснуться
и внести в лепту в строительстве того или иного храма, того или иного собора. Наприкінці богослужіння криворізький архіпастир подарував настоятелю храму, протоієрею Роману, пам'ятну ікону апостола Андрія Первозваного та преподобного Антонія Києво-Печерського. В свою чергу, отець Роман запевнив архієрея, що докладе всіх зусиль, щоб вже незабаром житломасив прикрасив величний дім Божий. Редакційну пошту «Бесід про вічне» надійшло питання від наших глядачів. Люди цікавляться, як правильно молитися бабусям за своїх онуків. Якою повинна бути ця молитва? Чи можна бабусям і дідусям використовувати ті молитви, які друкують у молитвословах для батьків? За роз'ясненнями ми звернулися до настоятеля храму «Взискання загиблих» протоієрея Анатолія Бондаря. Є молитви о чадах. Це правильні слова, благословені церков'ю. О детях. Ну, бабушка, конечно, может молиться и этими словами, но многие бабушки уже в возрасте, они там уже зрение плохое имеют. Большинство престарелых людей уже давно молятся своими словами. И даже к причастию готовятся, там молитву Иисуса творят много раз, или Богородицу читают Деву много раз. Поэтому молитву Бог услышит любую. Молитва – это разговор с Богом. На всяком месте, на всякий час. Господь вездесущий, всеведущий, всеслышащий. Поэтому, конечно, бабушка может обращаться как словами молитвослова, так и своими от сердца исходящими словами, потому что она молится о сынах, сыновей своих. Поэтому бабушка, ну, разные бабушки, 45 и выше возраста, но я думаю, что особая черта им всем присуща. Это простота. Простота сердца, простота души. Потому что человек, особенно уже человек пенсионного возраста, он уже не кривит душой, он уже не лукавит, он уже многое в жизни осознал, понял. Уже утвердились у него ценности жизненные, особенно если это человек воцерковленный, потому что мы говорим, кто молится? Молится верующий человек, верующий в Бога, верующий в помощь Господню. Поэтому такого человека сердце открыто. И, конечно же, все молитвы будут Богом услышаны. Я бы, наверное, еще хотел сказать, что бабушка как должна молиться? Наиболее усердно о том, чтобы Господь спас, избавил ее внуков, правнуков от искушений и соблазнов современного мира. Потому что бабушка видит, сколько много пагубного, сколько ловушек расставляет невидимый враг для молодых сердец. И бабушка по-особому это чувствует, по-особому переживает. Тривають наші бесіди про вічне. У нас на часі літературна сторінка. Я вітаю протоієрея Олександра Горвенка. Здравствуйте. Отець Олександр, про яке оповідання ми сьогодні з вами поговоримо? Рассказ носить название «Екзамен на чин». В ньому йде повествование о том, как один служитель почты, собираясь на повышение, проходит обязательную стажировку, экзамен перед тем, чтобы получить повышение. На этом экзамене его спрашивают то, что он должен был выучить. И во время этого экзамена становится понятным, что он выучил много из того, что не является необходимым. Там, говорит, я учил стереометрию. Ему говорят, она вам не нужна. Расскажите нам лучше географию. Он говорит, географию я не учил. Такая ситуация, когда мы учим то, что нам, в принципе, не является необходимым, а может быть даже и лишним, она встречается сплошь и рядом и в обыденной жизни, и в жизни христианина. Самый главный экзамен нашей жизни, к которому мы должны готовиться, это экзамен на смерть. Вот очень важно, как мы встретим собственную смерть. Серафим Саровский часто говорил слова «Господи, как мне умирать будет?». Вот вся жизнь человеческая стремится к этому событию. Это событие, это центр, это пик нашей жизни. Как в спорте, тренер обязан
футбольную команду довести в пике, когда происходит чемпионат, и вот к финалу команда должна прийти в пике своей формы. Хороший тренер с этим справляется. И если тренер плохой, то команда выдыхается раньше, чем происходит финал. Так и в духовной жизни вся наша жизнь направлена к смерти. И вся наша жизнь должна строиться так, что к смерти человек приступает в лучшем своем состоянии. Але смерть часто настає несподівано. Дуже часто. І от сьогодні ми бачимо в тих обставинах, в яких опинилася наша країна. І просто от на дорогах або з хвороби людина відходить у вічність несподівано. Як приготуватися? Ну, скажімо, та смерть, яку ви упомянули, війну нашу, вона взагалі не є неізвісною, як-то случайною. Все зрозуміло, люди йдуть воювати і... Там смерть встречается чаще, чем где-либо, поэтому она там не может быть случайной гостьей, и поэтому всякий туда идущий должен понимать, что он идет на смерть. А смерть другого рода, которая наступает как резко, без предупреждения, без сообщения сверху, не вследствие болезни, а, скажем так, сбил автомобиль или ударило током, церковь всегда молилась, чтобы христианин избежал подобной участи. Каждый нормальный христианин должен просить у Бога болезни перед смертью. Каждый христианин должен понимать, что ни в коем случае нельзя умирать без подготовки. Нельзя умирать во сне. Это когда человек умирает во сне, о чем многие просят, Боже, дай, чтобы я легко умер во сне. Легко умирать не будет никогда. И во сне, и, или у вас машина собьет, или в любом другом катастрофическом случае умирать будет очень тяжело. Другое дело, когда человек знает о том, что грядет к нему смерть. Другое, когда уснул сегодня с планами на завтра, а этим планам уже не дано осуществиться. И церковь просит, чтобы... Такая смерть, которая называется наглая смерть, без подготовки, без покаяния, чтобы подобная смерть не случалась с нами. То есть каждый христианин должен молиться о том, что «Боже, дай мне перед смертью поболеть за мои грехи, и дай мне силы вытерпеть эту болезнь». Потому что ну, известно, какие болезни перед смертью, смертельные и тяжелые, которые часто человек просто вытерпеть не в состоянии без наркотиков даже. Поэтому главный пик нашей человеческой жизни, он должен попадать на дату нашей смерти. Мы должны понимать об этом, мы должны об этом помнить, потому что часто так бывает, что люди, не только не ходящие в храм или неверующие, а даже православные, церковные, когда поднимаешь тему смерти, вопросы смерти, говорят, давайте не будем об этом, давайте о чем-то другом. Люди боятся, панически да? боятся говорить о неизбежном. Это глупо. То есть ты должен понимать, ты должен знать, к чему ты идешь. Ты обязательно умрешь. Хочешь ты этого или не хочешь, этого ты не избежишь никак. И второе знание, которое следует после знания о том, что я умру, что дальше будет новая жизнь. И вот к этой новой жизни я должен подготовиться. И... Наша жизнь здесь на земле очень мало этому способствует. Даже, скажем, обучение в духовной семинарии. Вот, учась в семинарии, изучаешь очень много и всего. Учишь 5 языков, несколько разных вариантов истории церкви. Изучаешь толкование разных... святых отцов на священное писание, изучаешь просто святых отцов, информации море. Но когда-то один из преподавателей задал нам, семинаристам еще в то время, вопрос. Вот говорит, вы так много изучаете, вы знаете, кто там в соборе, в Грузии, в Мцхете построил собор. Вы знаете это, имя этого строителя. А скажите мне, что вы скажете, когда придет к вам человек, скажет, что мой родственник умирает,
он подключен к аппарату искусственного дыхания, и у меня заканчиваются деньги на то, чтобы продлить ему жизнь. Как мне поступить? Благословить и отключить от аппарата человека. А ты ему что скажешь? Символ веры ему прочитаешь наизусть? Или ты ему расскажешь о том, когда был 7-й Вселенский собор и сколько делегатов на этом соборе присутствовало? Это был как бы важный вопрос, не имеющий ответа. В нашей жизни происходит очень много разных событий, которым мы придаем значение, на которые, в принципе, маловажны для нашей жизни, можно даже сказать, маловажны для нашей смерти. Вот одно из важнейших знаний, что я буду умирать, и к этому необходимо готовиться. Второй вопрос, на который наталкивает повествование Чехова, вот ему говорят, нам стереометрия не нужна, расскажите нам географию. Второй вопрос, а что же необходимо там? Допустим, такую фантастическую ситуацию, я попадаю в рай. Вот, что мне там пригодится из того, что я делаю здесь? Существует даже такая притча, она буддистская, но в ней зерно есть, которое легко приложимо к христианам. Ученику снится сон, и его учителя в раю. Говорят, сейчас ты увидишь своих учителей в раю. Голос ему говорит. И видит, сидят в той же комнате, где ученик живет со своими учителями, сидят его учителя и медитируют. И ученик так удивляется, говорит, какой же это рай, они на земле медитируют. Ему отвечает голос, ты болван, рай у них внутри, ты его просто не видишь. Притча о буддистах, но она очень легко приложима к нам. Рай внутри человека. Это состояние, к которому я должен прийти. И что для этого состояния необходимо? Что мне надо будет там? Надо ли мне будет в раю знание о том, что такое синус 45 градусов и как его использовать? То есть можно вообще задать вопрос, скольким людям в жизни пригодился синус 45 градусов? Ой, так, значит, люди зараз вчитися перестанут зовсім. Нет, это не к тому, чтобы перестать учиться. Учиться хорошо, но хорошо учиться нужным знаниям. Обычные знания, которые, в принципе, неприложимы к нашей жизни, они хороши тем, что они развивают мозг. Они развивают мыслительную деятельность, они развивают память. Уже, наверное, ради этого одного необходимо, наверное, проходить эти все дисциплины. Но по большому счету, если брать вот так глобально, что мне необходимо будет там, на небе? Ты умеешь играть на скрипке. Пригодится ли тебе твой талант, твое умение там, на небе? Ну, очевидно, что нет. Можливо, людина буде в ангельских хорах там десь приймати участь. Ну, в принципе, вже... да, скрипач подразумевает обладание слухом. И поэтому, наверное, да, но вот сам инструмент, как скрипка, который ты полюбил здесь на земле, нужен будет ли там? Скорее всего, нет. Голос? Скорее всего, да. Хотя, по утверждению некоторых святых отцов, те, кто будут там на небе, те будут совершенными людьми. То есть ты очень хотел здесь петь на земле, но у тебя не было ни слуха, ни голоса. Помолчи здесь, тут, когда тебе очень хочется петь, но ты понимаешь, что твое пение – это адский звук для окружающих людей. Помолчи здесь для того, чтобы петь там, потому что там тебе дадут и слух, и голос. Только необходимо вот этот собственный недостаток, данный тебе, потерпеть здесь. Думаю, каждый задаст себе вопрос, а что мне необходимо там будет, на небе? Ведь все мы надеемся, что попадем туда. Все мы знаем, что мы грешны, что туда нам, в принципе, дорога закрыта, но у всех должна быть надежда. И каждый христианин должен задать себе вопрос, что мне будет необходимо в раю, какие знания мне нужны будут в раю, чем я вообще там буду заниматься. Это, в принципе, хороший вопрос, потому что нельзя все время сосредотачиваться на своих грехах, на своих страстях, на том, что вот у меня ничего не получается, вот я там почти в аду живу. На
этих мыслях не стоит сосредотачиваться, и этим мыслям не стоит жить. Более того, Григорий Ниский своему ученику когда-то писал письмо. Говорит, богомерзкое учение Оригена предполагает, что все спасутся. Ты же ни в коем случае не придерживайся этого мерзкого и неправильного учения. Дальше пишет. Впрочем, когда приходишь в уныние, можешь допустить эту мысль. То есть, когда тебе очень плохо, и ты говоришь, что все, пропал, но ничего не получается. Сколько я лет христианина, а я только хуже становлюсь. Григорий Ниский говорит ученику, можешь поверить Оригену, что все спасутся. То есть, в такие моменты необходимо себя подкреплять верой в милосердие Божие. И последний момент, о котором я хотел бы сказать, благодаря этому повествованию Чехова, перекликаются с ним слова, которые сказал Иисус сын Сирахов, когда писал своему внуку, что «не спорь о вещах для тебя ненужных». Вот такой совет дает. Потому что мы часто растрачиваем свои силы в споре о том, что в принципе мы, на что мы в принципе не влияем. Грядут выборы. Сколько будет словесных баталий между бабушками, дедушками, взрослыми тетями и дядями. Молодью. Ну, кажется, взрослыми на первый раз, на первый взгляд. Но на самом деле к ним, ко всем относятся слова «не спорь о вещах для тебя ненужных». Имеешь свое мнение, имеешь свой взгляд, иди, сделай свой выбор. Но зачем об этом спорить, когда ты, в принципе, ни на что не можешь повлиять? И так касается всего. О чем бы мы ни спорили, о чем бы ни говорили, мы можем спорить только тогда, когда мы можем повлиять на это событие. Вот ты учительница, ты работаешь в школе, ты можешь не спорить о том, какими методиками нужно пользоваться при подаче нового материала, ты можешь их просто внедрять. Но если ты дворник, и спорить о том, как учитель должен учить твоего же ребенка, ты, в принципе, не можешь. Хотя наверняка сердце болит. Программа наших школ изуродована очень серьезно. И сетовать есть на что, но в принципе это повлиять на ситуацию мы не можем. И поэтому, пользуясь словами Сираха, необходимо говорить себе в такие моменты. Не спорь о деле для тебя ненужном. Ненужном не в том плане, что оно для тебя не важно. Важно, потому что, ну, даже вот с этим примером, твой ребенок учится. Его нагружают во втором классе 6 уроками. Куда это годится? Никуда не годится, нарушая все нормы любой педагогики. Но повлиять ты на это можешь? Можешь, когда станешь министром образования. Все. Вот тогда будь добр, применяй все свои знания. А если не можешь, зачем судить лишний раз? Зачем говорить о том, что в принципе не является важным в плане в том, что ты на это не влияешь? Это все, как по мне, говорит обо всем этом Чехов. Спрашивают человека, нам стереометрия не нужна, географию расскажите. Он говорит, я 1,5 месяца стереометрию учил. Так и вы, христиане, вам не курс доллара надо и цена на воду. Важно? В принципе, важно, потому что каждый считает свою копейку в кармане. Но христианин должен задать вопрос, а ты заповедь блаженств знаешь? А какой из этих заповедей принадлежишь ты? Или ты до сих пор заповеди Моисея начинаешь с заповеди «не убей, не укради». То есть вот такие вопросы, такие размышления необходимо задавать себе. Что мне надо в этой жизни? Какие знания мне нужны? И что мне, в принципе, пригодится? Пригодится знание о том, что будешь умирать. Пригодится знание о том, что после смерти будешь жить. И пригодится знание о том, что в новом состоянии новой жизни тебе необходимо какие-то новые качества, которые ты должен приобрести. И это не синус 45 градусов. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що наші глядачі, ну, принаймні спробують розібратися в тому, які знання їм дійсно необхідні для Царства Небесного. Бог в помощь, ангела-хранителя.
В останні хвилини нашої передачі хочу нагадати вам, що минулого тижня Православна Церква відзначала ще одну знаменну дату – 500-ліття відходу у вічність преподобного Йосифа Волоцького. Цей суворий аскет прийняв постриг у молодому віці і прославився не тільки дарами благодатної молитви та духовного розмірковування, а й здатністю бачити найтонші відхилення від православної істини. Святий Йосиф Волоцький заснував Волоколамський монастир, де був ігуменом, був талановитим церковним письменником, залишив нам книгу «Просвітитель» і створив цілу духовну школу, з якої вийшли видатні місіонери, проповідники та церковні ієрархи. Багато хто з його учнів також прославлені в лику святих. Це все, що ми встигли підготувати для наших глядачів сьогодні. Я прощаюся з вами на тиждень і бажаю усім миру, злагоди і любові. Ангела всім хранителя!